Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, приветствую. Хочу, конечно, начать с ракетной атаки по территории Украины, которая вот сегодня рано утром, или, можно сказать, поздно ночью состоялась. Сейчас по состоянию вот на сегодняшний, на текущий момент у нас уже известно о 15 погибших в Умане, о двух людях, которые погибли в Днепре, это мать и ребенок. Также мы видели реакцию российского Минобороны, которые опубликовали картинку с подписью «Точно в цель», то есть там летящая ракета и вот такая подпись. Как вы считаете, удары по цивильным гражданским домам, это и есть точно в цель? Ну, то есть можем ли мы говорить, что действительно это и есть цель? Смотрите, это ракетный террор. Несколько месяцев назад, когда меня спрашивали, когда это все закончится, я говорил, что пока идет полномасштабная война, не закончится. Ракетный террор будет продолжаться, и, к сожалению, будут еще попадания. И какие бы противовоздушные или противоракетные средства Украине не передавали, никакое ПВО, ПРО не закрывает на 100% небо. Это надо иметь в виду. Поэтому ракетный террор был, продолжает оставаться, к сожалению. Мы, кстати, видим, что вот, про который вы упоминаете, Министерство обороны их написало точно в цель. Этот уровень, запредельный уровень цинизма. Там же задействованы были какие ракеты? Х-101. Это оружие, ну, которое они стараются использовать ограниченно для каких-то определенных ударов, тех или иных. То есть, если мы предположим, будем допускать даже такой момент, что в силу там, как раз у них нехватки или плохого качества комплектующих, ракеты сошли с курса и так далее, вы не будете писать точно в цель. То есть неважно, какой результат, неважно, какие ракеты используют, неточные ракеты, какие-нибудь там С-300 для просто терроризирования, или точные ракеты для нанесения ударов, в конечном итоге все одно. Это просто террор против населения Украины по итогу. И никакой рефлексии с их стороны. То есть, как будто не существует никаких ни ограничений, ни правил ведения войны, ни международных договоренностей. Это особо феерично на фоне того, что сейчас они главенствуют в этом, как его, в ООН там заседают, а Лавров и так Совбезе, далее. Ну, да, Совбезе, да. Это как бы какой-то запредельный просто уровень сюрреализма. Вот. Думаю, что важно здесь в этом событии, там в Днепре тоже двое, там дети, да, много детей погибло, сколько-то, по-моему, уже трое, в Днепре девочка и двое в Умане, вот, ну, детоубийцы по факту. Так вот, мне кажется, очень важно здесь, вот на фоне такого, когда детоубийцы пишут точно в цель, не какие-то Z-патриоты, а их официальный орган, да, Министерство обороны, вот, в кавычках обороны. Здесь важны несколько моментов. Первое, я думаю, должны быть все, какие бы ни были ограничения или какие-то там, не знаю, моральные или политические, или субъективные вот, блоки на поставку вооружения. Украина должна получить все. Все, что она захочет и все, что, в чем она будет нуждаться. Все, что попросит Генштаб Украины. Это включая F-16 самолеты и так далее. Больше никаких не может быть отговорок или каких-то, я не знаю, там сложности, как говорят. Вот те или иные часто говорят, там Пентагон говорит, это сложно, это долго и так далее. Нет, это все отговорки. Все должны дать, это первое. Второе, очень важно, такие международные институции должны прекратить свое существование, как ООН, пересобраться по новой. А про это еще президент Зеленский говорил в прошлом году, когда говорил, что если ООН не справляется со своими функциями, то зачем ООН нужно, как бы. Ну, примерно так, может быть, не прямо именно этими словами, но он, выступая как раз там, вот об этом говорил. И сейчас, когда происходит такой вот уровень сюрреализма, и фактически детоубийцы возглавляют один из главных органов, который должен соблюдать, ну, безопасность в планетарном масштабе, вот, это говорит не просто не о компетентности, а о том, что наступает новая эпоха. То есть, когда некомпетентность, можно сказать, да, мы накажем этих и поменяем, изменим. Здесь нет, это же мы видим, что это система, что Минобороны пишут точно в цель.
А когда эта система, это говорит о том, что у нас абсолютно новая эпоха, новое время. Все старое должно просто умереть, уйти. Институции должны пересобираться вновь, по новой. Я очень, кстати, надеюсь, что Украина будет в авангарде этой пересборки в будущем, которая будет. Но да, это террор. Возвращаясь обратно к вопросу, это террор. Как бы на это ни посмотреть, ошиблась ракета, не ошиблась, специально ударили, не специально ударили. Это ракетный террор против гражданского населения и фактически, да, уничтожение мирного населения, включая детей. Но вы знаете, это еще, мне кажется, индикатор того, что они абсолютно уверены, что не понесут никакой ответственности, потому что можно что угодно рассказывать своему населению или, скажем, населением стран, где вы можете также использовать ковровые бомбардировки, да, вот этой российской пропаганды, но все остальные видят, что происходит, да, есть эта точная ракета Х-101, которая попадает в жилой дом в Умане, вот уже убила 15 людей, мы еще не знаем, к сожалению, можно говорить о том, что, скорее всего, количество жертв будет еще больше, то есть когда вы пишете точно в цель, вернее, если вы так делаете, да, это означает, что вы уверены, что, ну, это вам сойдет с рук. Да, несомненно. Да, конечно, опять же, ну, они возглавляют Совбез. Ну, то есть это как бы на минуточку, просто чтобы понимали зрители, что ООН создавалась в 45-м году, как и Совбез, как главный арбитр, главный надсмотрщик, главный жандарм всей планеты, ну, в планетарном масштабе, чтобы не было войн. И самые главные большие державы, вот, они входят вот в этот, короче, Совет Безопасности. Плюс само как бы ООН запрещает воевать, то есть воевать нельзя. Только оборонительные войны. Агрессивные войны, то есть вторгаться на суверенные территории государства и так далее, нельзя. И когда у нас там, ну, мы по сути видим, что один из агрессоров, опять же, где-то убийцы и так далее, возглавляет такой орган, вот, я же говорю, это просто как бы, это красная черта, это конец. То есть говорить о каких-то там будущем вот, изменениях, реформах нет. Это только полная перестройка, переформат, да, пересборка. Поэтому, конечно же, они уверены, что это им сойдет с рук. Именно поэтому они пишут. То есть они абсолютно считаются какими-то небожителями, что это никак им не укнется потом. Ну и мы видим, что 11 ракет было выпущено по Киеву, все они были сбиты, там есть обломки, которые падали, да, и там повреждали определенную инфраструктуру, но при этом, к счастью, никто из украинцев не пострадал. Вот 11 ракет по Киеву, мне кажется, мы такого не видели давно. Ну, как вы считаете, это проверка вот той системы ППО? Помним о том, что наши воздушные силы, да, рапортовали о том, что уже вторая батарея Патриот поступила на территорию Украины и уже работает. Как вы думаете, почему вот столько ракет и нужно запускать по Киеву? Да, вполне. Не просто проверка. Они понимают, что когда будет украинское контрнаступление, они будут максимально задействовать весь арсенал, который у них есть, и они накопили в том числе. Вот. И ракеты и так далее. Они хотят знать, на что способна украинское ПВО новое, да, с новыми системами, особенно с Патриот. Ну, потому что это как бы на несколько голов выше, чем советские системы, скажем. Ну, как бы это не конкуренция вообще. Ну, в том числе и все и Айрис, и другие там. Кстати, этот немецкий передали, как он так называется, Skynex. Ну, то есть очень много разных систем. Ну, то есть это ПВО ближнего действия, но против дронов, как раз всяких шахедов, просто отличная система. Вот, поэтому, конечно, проверка, но не просто проверка, а проверка как бы в преддверии больших массированных атак, которые у них будут для того, чтобы срывать, остановить украинское контрнаступление. Я вот и как раз об этом хотел спросить, да, вы говорите о том, что, ну, логично, да, что сейчас они накапливают ракеты для того, чтобы использовать их во время украинского контрнаступления. Они будут, ну, вот, как можно предположить, да, как это обычно происходит, это они будут бить по определенным объектам инфраструктуры для того, чтобы не было возможности перемещать технику и войска. Как это происходит обычно? Знаете, тут такая заковыка есть на самом деле, потому что обычно, то есть с точки зрения военного как бы, ну, логики, да, можно сказать, там мосты, железнодорожные пути, базы, точки скопления войск, ну, то есть есть какой-то стандарт банка военных целей, который, ну, вот, вы будете воздействовать. Но часто в их атаках очень часто не бывает логики. Плюс дефектные ракеты, то есть плохие комплектующие. Ну, просто нет логики. И поэтому я как бы не буду ничего здесь как бы предсказывать, потому что они абсолютно непредсказуемы. Вполне может быть такое, что где-то Украина будет успешно наступать и развивать наступление, а они опять ударят по Умани или по Киеву, или, не знаю, по Днепру, или куда-нибудь еще, по Харькову. Вот, ударят именно по жилым массивам, кварталам. И все будут думать, в чем смысл. Вот. Поэтому я еще раз говорю, нет смысла, не нужно его искать, это террор.
То есть я вижу некоторые аналитики западные, вот, они пытаются постоянно все-таки рационализировать. Вот говорят, что вот ракеты все-таки упали, потому что у них там были дефектные детали, на самом деле не летели не в гражданские здания. Даже если так, если вы запускаете такие ракеты там, где в глубину городов, украинских городов, где есть жилые массивы, и они в конечном итоге попадают по жилым массивам, не имеет значения, что вы хотели изначально. По факту вы ведете террор. И если вы потом особенно не признаете свои ошибки, а выпускать такую браваду, то, что все в цель, вот, то это не просто террор, вы расписываетесь в своих преступлениях. Вот, поэтому я не хотел бы здесь угадывать. Да, с военной точки зрения нужно наносить удары по военным объектам. Но зная их бестолковость абсолютную и людоедство, я допускаю вообще все абсолютно, включая опять удары по жилым массивам. Я понял. А вот хорошо, тут опять же мы понимаем, что в своих фантазиях вооруженные силы Российской Федерации, они же там уничтожили натовских генералов, каких-то, укрофашистов и так далее. Ну, натовские генералы, натовские какие-то офицеры постоянно у них звучат в их пропаганде. Про другое хочу тогда спросить. Увидели, да, новость о том, и вы в том числе ее публиковали, что Польша упрощает экспорт дронов на территорию Украины. Упрощена это, легче их возить. И у нас буквально пару дней назад была такая публичная дискуссия, Радио НВ ее организовывала с нашими антикоррупционерами, они, среди прочего, обратили внимание на такую вещь, что Министерство обороны Украины не закупает мавики, да, эти так называемые свадебные дроны, их так еще называл Алексей Резников, министр обороны Украины, которые, разумеется, нужны очень сильно нашим защитникам, нужны нашим военным для того, просто глазами они служат, да. И вот со стороны Минобороны этого нет. Вот совсем нет подобных закупок. Как вы считаете, это почему? То ли это потому, что сама по себе структура, все-таки такая неповоротливая, и в принципе не принято закупать подобные дроны? Или же, может быть, какая-то другая причина? Какую причину видите вы? Слушайте, я бы не спекулировал, не имея всей полноты информации, потому что просто одна из вводных, из тысячи вводных, известно, что большой фонд, который сделал и делает многое для Украины, «Поверни живым», он с Генштабом в том числе работает, и там тот и Тарас Чмут, директор, он с Залужным встречался и не раз. Вполне может быть такие ситуации, допустим, в прошлом году, когда происходила такая операция, и Минобороны говорит, да, мы сейчас тут занимаемся большими железками, все, что такое, что можно на плечи переложить гражданского фонда, вы этим займитесь, сделайте. Значит, не секрет, что гражданские фонды играют колоссальную роль в логистических возможностях и тыловых возможностях сил обороны Украины. Кстати, недавно, по-моему, вчера или позавчера, фонд «Притулы» отчитался, что бронированных машин от них только где-то больше 100 штук они закупили. На пожертвования украинцев и так далее. Это много, 100 бронированных машин, немало, это много, это можно бригаду вооружить, усилить. Поэтому я бы могу допускать и такие моменты тоже, да. Вот они не закупают, потому что какие-то вещи перекладывают. Но мы же не знаем, нам же никто эти вещи не сообщает, и это хорошо. Если фонды отчитываются часто о закупках, потому что это пожертвования украинцев, и им нужны отчетности, да, тоже, так называемые чеки, то, что называют, говорят, покажите чеки, то Минобороны, естественно, есть там прозрачный бюджет, сколько там получили и так далее, его озвучивают на год этот бюджет и так далее. А вот что закупает Минобороны и так далее, это абсолютно, секретная информация. Мы не просто так там на фронте видим всевозможные вооружения, которые нигде никогда не озвучиваются в никаких списках, потому что их закупала Минобороны и продолжает закупать украинская. Ведь вся техника, которую мы видим, это не только то, что передают, это в том числе то, что Украина покупает, и покупает она немало. В любом случае получается, по крайней мере, так выглядит, если смотреть поверхностно, да, не зная каких-то деталей, выглядит, что все-таки свадебные дроны, простите, что я их так называю, уже прицепилось, такое название, что это все-таки лежит на гражданском секторе. Абсолютно с вами согласен, что фонды вроде «Поверни живым» или фонды «Притулы» или других, они играют очень важную роль, но тем не менее, мы видим, что это за гражданским сектором, а есть какие-то вещи, которыми занимается Министерство обороны. Тут вы сказали, о бронемобилях,
машинах, Сергей Притула о них отчитывался, около 100 их или более даже 100. И тут интересное такое противоречие. Мы увидели заявление командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, и он сказал о том, что Украина получила уже 98% обещанных танков и бронемашин от стран Запада, ну и все, и он говорит о том, что все поставляется вовремя. Это очень хорошая новость, учитывая, что да, мы давно говорим о контрнаступлении, ну и вообще, в принципе, мы все понимаем, что готовится большая операция, наш генштаб над этим давно и очень, как это сказать, плотно работает. Одновременно с этим есть заявление советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, который говорит, что кажется, не совсем это правда. С одной стороны, он советник, с другой стороны, это человек, который является таким официальным спикером, да, официальным лицом, голосом Офиса Президента. Вот как понимать это противоречие? Не, украинцы очень правильно делают. Сколько вам не дали, всегда мало. Я много раз говорил, что... Да, я всегда говорил, что все это расходники, и достаточно это, когда закончится война. Вот это и есть достаточно. Поэтому, конечно же, там, командующий группировкой в Европе, ну, он это человек как бы такого уровня, что ни в коем случае нельзя делать ошибки, нельзя как бы там вот блефовать, нагонять дыма. Там очень пекут за свою репутацию. Поэтому таким заявлениям можно доверять. Видимо, действительно, 98% из того, что вот как по спискам было запрошено генштабом, передали. Но это не значит, что это достаточно. То есть нужно давать еще, нужно много. Опять же, на F-16 нужно дать Украине. Я не вижу ни одной причины, почему их не могут дать. Вот. Должно быть принято решение и должны начать обучение наземный персонал и летчики. Если это уже не происходит, я очень надеюсь, что это происходит, просто это все как бы не озвучивается, специально не озвучивается. Но если это не происходит, это просто должно быть принято решение и начаться. Вот. И поэтому, конечно же, и в Офисе Президента очень правильно говорят, вот, дадут завтра 100, просите 200, дадут 200, просите 1000, дадут 1000, просите 2000. Так пока не закончится война, это абсолютно правильная стратегия, и так нужно действовать. Ясно. Вот еще одна новость, она сегодня появилась, о том, что президент Зеленский дал рекомендацию главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять на фронт военкомов из территориальных центров комплектации. Речь идет, скорее, о таких тыловых, да, регионах. Тут еще такой момент, что там вместе с другими журналистами я был на встрече с президентом Украины, это еще было прошлой осенью, и он тогда говорил, что вот да, он знает о неком таком производстве, со стороны военкомов, что там есть, разумеется, и своя коррупция, и есть какие-то определенные вещи, которые вызывают миллион вопросов по поводу того, что, как они делают. Но, как вы считаете, а это вообще эффективно? Ну вот взять, значит, некого тылового, сейчас, блин, такое слово прозвучит, тыловую крысу, который может быть коррупционер, отправить его на фронт, вместо него вот туда в военкомат поставить бойца, который был ранен. Ну вот, по крайней мере, такая рекомендация, так рекомендация звучит. А эффективно ли это? Слушайте, на самом деле я не знаю просто уровень подготовки и будут ли проходить, если в этой рекомендации там послать людей на переподготовку и так далее. Просто не знаю этих данных, мне опять же не хочется спекулировать. Но другой момент важный очень, мне кажется, вот в этой рекомендации президента как главнокомандующему, то что поставить в центре комплектации людей с ранениями, у которых есть боевой опыт, это очень важно. Они действительно понимают и знают нужды подразделений, нужды фронта, нужды армии в целом. У меня один из хороших друзей потерял ступню, к сожалению, в прошлом году как раз в Харьковском направлении. Все нормально, мы поставили протез, он уже ходит, все, вот не хочет уходить из войска, остается в войске, хочет защищать Украину. Хотел в свое подразделение обратно, его туда не пустили. Ну, человек без ступни, даже с протезом, даже уже бегать может, вот, сегодня современные протезы и так далее, но все равно его не пустили. Какие-то тыловые хотят должности ему предложить. Человек воевал, человек хорошо знает, понимает нужды фронта. Вот мне кажется, вот он бы смог, например, очень хорошо понимать и знать, быть более чутким к призывникам и так далее. Вот. То есть это разумно. Вот это, мне кажется, этот момент он разумный. То есть если действительно... Потому что много, к сожалению, есть людей, которые с инвалидностью травмированы или ранены, и которые хотят, они хотят дальше продолжать оставаться в строю, но не могут в силу своих травм и так далее. Вот, или этих травм. Поэтому это хороший подход, очень хороший момент. Надеюсь, что это действительно будет чем-то системным и массовым.
Да, ну надеемся, что это не такое просто популистское заявление. И, разумеется, есть надежда на то, что вот определенная коррупция, которая в этой сфере, конечно же, тоже есть, что таким образом смогут ее побороть. А еще одна новость. Это агентство Reuters, да, опубликовало такой обзор на оборонительные позиции российских оккупантов в Украине. И там, вот процитирую, да, что значит, спутниковые снимки показали, что позиции российских войск наиболее сконцентрированы вблизи линии фронта на юго-востоке Запорожской области, на восточных рубежах и на узкой полосе суши, соединяющей Крымский полуостров с остальной Украиной. Ну и вот есть там, значит, некий вывод старшего научного сотрудника Мидлберийского института международных исследований. Он говорит о том, что препятствия на поле боя являются препятствиями только до тех пор, пока их охраняют боеспособные войска. У меня очень тупой вопрос. Я, конечно, понимаю, что то есть препятствия сложны, если за ними стоят люди с оружием, которые мешают вам их преодолеть. Или он имел тут что-то другое в виду, что это не такие, как это сказать, не настолько монументальные препятствия. Вот такого россияне, российские оккупанты выстроить не смогли. Нет, это первое. Вот. Просто все эти фортификационные сооружения, они рассчитаны на то, что у вас есть, да, действительно, там силы, которые мешают вот украинским силам преодолеть. Потому что эти препятствия, их несложно преодолеть. Ну, у вас есть танковый ров, вот танковый ров, есть средства, как его преодолеть. После этого есть эти зубы дракона, так называемые. Это тоже несложно преодолеть. Вот, все, дальше вы выходите на оперативный простор. Поэтому, если есть те, кто вот, мешают вам наладить эти все там прорывы, переправы, вот, расчищение вот, пути и так далее, то да, тогда имеет смысл. Вот. А если у вас и нет, то да, то это как бы не является чем-то серьезным препятствием. Это, кстати, релевантно почти фактически всем вот, тем или иным сооружениям таким оборонительным. Ясно. Ну вот и как раз, ну то есть в смысле тут кажется суперпростая логика, но я решил уточнить. Но опять в этом же обзоре, да, есть еще одна цитата аналитика Королевского института объединенных служб, вот этого RUSI, там много раз мы цитировали их разные отчеты, и там говорится о том, что в принципе при контрнаступлении ВСУ главное это то, чтобы украинцы могли проводить сложные комбинированные общевойсковые операции, что вот россияне на это не способны, а украинцы, вот для них это очень важно. Правильно ли мы понимаем, что вот те подразделения, которые сейчас готовятся или уже подготовлены к будущему украинскому наступлению, собственно, этим они и занимаются, да, репетируют, давайте, простите, что такое слово использую, вот эти сложные комбинированные общевойсковые операции? Да, общевойсковые это есть комбинированные, вот это что называется combined arms на английском языке. Общевойсковые операции, да, это когда у вас вы используете разные рода войск синхронно одновременно вот, для нанесения поражения врагу. То есть, когда у вас пехота, танки, скажем, и артиллерия работают одновременно. Ну или авиация, например, там дроны. То есть артиллерия не поддержала пехоту, потом просто исчезла, ее больше нет. Или танки где-то поддержали пехоту, и потом тоже их нет. А когда это все работает синхронно одновременно. Вот. Это отличается от supporting arms, то есть поддержка, боевая поддержка. Боевая поддержка — это как раз это более старая модель боевых действий, когда у вас пехоты воюют отдельно как пехота, артиллерия ее где-то поддержала, а потом артиллерии нет. Как бы, и пехота продолжает решать задачи именно как пехота. Вот. Combined arms или общевойсковой бой — это когда у вас все время одновременно синхронно работают все разные рода войск. Это все, ну, успех контрнаступления зависит от того, сможет ли Украина в эти общевойсковые операции. Ну, кстати, на Харьковском направлении она смогла. Там как раз она показала вот очень хороший пример общевойскового боя. Я не вижу ни одной причины, почему у Украины не получится снова провести крупные операции на уровне вот тоже вот общевойскового боя. Вот, думаю, украинские генералы вот, и западные советники, вот, они компетентны и понимают, о чем идет речь. Ну вот и напоследок есть сообщение от Министерства обороны Великобритании. Я буквально, ну вот завтра у нас выйдет интервью с послом Великобритании в Украине. Я у нее спрашивал, Мелинда Симмонс ее зовут, спрашивал, слушайте, вот мне кажется, что это беспрецедентно, да, когда Министерство обороны Великобритании и разведка британская регулярно публикуют какие-то отчеты, причем делает их публичными. Она сказала, да, действительно так, вот такого еще не было. Так вот, я к чему? Значит, одно из их сообщений недавних о том, что российские оккупанты обустроили позиции и установили вооружение прямо на реакторах Запорожской АЭС.
Означает ли это, что тут вообще у нас нет, ну как это сказать, никакого противодействия этому? Ну никто же не будет стрелять по реакторам, никто не будет, скажем, подвергать риску то, что может случиться авария на атомной электростанции? Никто не будет, русские, может быть, и будут. Вот, то есть они уже наносили удары, там, когда они боялись, что там якобы какие-то есть высадки вот, с Днепра. Они там как раз вертолеты подняли, стреляли, воевали и так далее. Да, у вас какой-то вертолет, не знаю, какая-то неисправность будет, этот вертолет рухнет на реактор как бы куда-нибудь там, вот, грохнется вместе с вооружением и так далее. То есть ума надо вот... Вообще сам факт просто прийти и такую как бы, ну, станцию занять, которая является фактически прифронтовой как бы, территорией, и вот это надо быть большим умником такое как бы сделать, вот, такое сумасшествие. Вот, поэтому я не удивился, что они там поставили. Они просто очень боятся, безумно боятся высадки там, вот, поэтому они фактически как бы такой вот шантаж. Смотрите, мы тут настолько психопаты, что мы поставили даже на крышах, вот, и если что, мы там будем прямо оттуда стрелять, и прямо туда же будем стрелять. Ясно. Понял вас. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашей аудитории, с нами на связку был Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовый аналитик, редактор военной рубрики журнала «Фокус».